Бука, все вместе на телеканале «Россия». Также сегодня, кстати, с ней на сцене выступает ее брат. Да, я рад вам представить Варвара Убель и также ее брат Егор Убель. Встречайте, группа Убель. Ваши аплодисменты, Москва, пошумим! Это мой брат Егор. Вместе мы группа Убель. Мы готовы зажигать? Thank you.
сыграем, будет последняя в нашем сете, но она очень многое для нас значит, потому что мы записали и создали ее вместе с командой Нового Радио, друзья. Спасибо, ребят, большое вам. Песня называется «Никогда не будь». Поверну не расслабляя. Мне так хорошо, что я теряю вся знания. Я не замечу, как идет рассвет. Счастье не вечно, попутный ветер может стать встречным. Дождями размоет вечный путь. Мы станем старыми и злыми, и мир забудет твое мое тело. Никогда не будь, никогда не будь. Нам открыты все двери. Если рассказать, то никто не поверит. Нам говорят, что счастье не вечно, а путный ветер может стать встречным. Каждый раз стоит вечный путь. И злыми, и мы забудем твое мое. Никогда не будь, никогда не будь. Договорились? Пау! Пау! Пара-па-бык!